По поручению губернатора на особый контроль взята ситуация с безопасностью газового оборудования. Поводом послужили взрывы баллонов со сжиженным газом в других регионах. Сергей Иванович срочно попросил собраться, поэтому и заслушать, каково положение дел у нас, как осуществляется контроль за ситуацией сегодня. В Ульяновской области катастроф подобного рода пока не было. Однако первые жертвы, к счастью, не смертельные, уже есть. Так неделю в больнице провела семья из Барышского района после утечки газа. Чтобы исключить подобные случаи, до 15 ноября в регионе проведут полный мониторинг газового оборудования в МКД и частном секторе. В каждом районе сформированы бригады из числа сотрудников администрации поселенческих, специализированных организаций, кто осуществляет техническое обслуживание ВДГО и дымовентканалов, с участием сотрудников МЧС, пожарной охраны. При обнаружении утечек граждан просят обращаться по телефону горячей линии министерства 41 48 15. Андрей Творогов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.